Саша, добренько, друзья. Они все слушают. Бам-бам-бам-бануло. Ты, разве так можно? Ты смотри, взял этой вонючей ногой, блядь, убил женщину. Буду ждать тебя в изоляторе. Ну, жди в изоляторе. Что? Ты херальные донаты у меня тут приходят, понимаете? У всех стримеров обычные донаты. А у меня херальные донаты. Так что, ну какие есть, как говорится. Я вам так скажу, у меня поддержка донатов для меня крайне важна. Знаешь, если бы не они, я бы уж давным-давно бы, блядь, с голоду бы сдох. Потому что, блин, у меня и кредиты, и квартиру оплачивать, и чё только нет. Сэм Портер Бриджес, заказ на доставку. Необходимо доставить в изолятор морфин для немедленного введения президенту. Всё, хорошо. Чемоданчик с морфином я взял. Это что? Ну, он сейчас не активен. А, то есть, допустим, видите, у меня здесь отвертка, она диэлектрическая. То есть я не сюда наматываю, где контакта не будет с проводом. Ты бы хотел повидать президента Байдена или Трампа? Нет, не хотел бы. Если покупаю бомбочку по 15к. Это я покупаю для коллекции. В этом смысл. Я, конечно, что-то покупаю там для канала, для коллекции. Порой на это все деньги уходят, но... С другой стороны, без увлечений никуда. Это лишь хиролиграмма. Блять, у них вот все, короче говоря, называется словом хер, блин. Добавляется слово хера, хиролиграмма, хиролефон, хиролетелевизор. Не, хиролевизор, блять. Вот если телевизор, значит хиролевизор. Там, если телефон, значит хиролефон. Если компьютер, значит херомутер какой-нибудь там. Или херопутал. Короче, вот все со словом хер. Хероликар. Машина хероликар. Я ехал по каду километров 120. Он как пуля вылетел. Звук вот такой ебанутый. Настоящий болид, блять, какой. Если у нас будет в будущем, то я буду обозревать херолевизоры, блин. Айфон. 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 И это... Олег, скажи, призвали ли морячка, ёбыря твоей мамы? А? Он получил повестку. Может быть, я могу тогда стать твоим отчимом? Смогу на тебя тоже взбираться, душить тебя, семенить в твою попку свой эстус. Очень смешно. Death Stranding. А чё там ББ, блять, укачивать его надо? Я не пойму, что делать там. А, вот так вот. Не бойся. Все хорошо. А как надо качать? Аккуратненько или не очень? Вот, смотри, я успокоил ББ. Хорош. Все, ББ успокоился. Поплыли, да-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 да. Я потерял, блядь, я потерял тело. Я потерял тело. Только не это. Только не это. Я потерял тело. Да тело, блядь, потерял! Извините, что ору так, как придурочный. Да блядь! Только не это! Чёрт!
Я просто боюсь, я президента, блядь, Соединенных Штатах несу. Соединенных Штатах несу. Вернее, его тело. Но тем не менее. Это как бы, блин, нежелательно вообще ронять. Вот, например, вы знаете, что в каждом американском городе есть специальный ящик, куда вы складываете флаги американские, если они пришли в негодность. Ну вот, допустим, если у вас дома флаг Америки, или там на доме у вас висит флаг Америки, вот вы патриот США, и у вас висит вот на вашем доме, на флагштоке, флаг американский. Когда флаг истрепался, то вы не можете его просто так взять и выкинуть. Да, это прекрасно. Действительно хорошо. Я ничего не понял из того, что ты сказал, но общее настроение уловил. Тини-тун, тини-тун, тини-тун. Ну, ты не... А у меня уже гусар привстал. Сука.